dvhub.ru. Ну, начнем с чего? Начнем, давайте замерим сначала вес. 8,7,900. Спиной ровненько прям так. Вы в семье, да? Мама. Кто еще? Старший брат. Старший брат. Мама, папа. Как у них с фигурой? Мама метр 60, сына взяла 70. Последний, наверное, лет много. Так, папа. Папа метр 75. Мама килограмм 78. У них вес стабильный, да? Ну. Так. Старший брат, да? Да. Он как? Нормально. Параметров не скажу, но это... Не страдает. Во сколько вообще подъем встаешь? Подъем? Угу. Часов 7. 7:30. Сразу идем на работу? Собираемся. То есть не то, не завтракаем, идем на работу. Идем на работу. Пьем чай на работе, да? Угу. Чай с чем? С сахаром. Угу. И все, один чай с сахаром? Ну, в последнее время, да. Просто чай, в общем, чай с сахаром, и все. Просто чай с сахаром. Это примерно в какое время? Где-то 9:30. Может быть. Печеньки. Печеньки, печеньки. В основном. Дальше обед. Или перекус. Если беру из дома, не забываю, то обедаю где-то в период с 12 до часу. А если обед забываю или не готовлю себе, то это, скорее всего, что-то на ходу. Это часто бывает? Да, достаточно часто бывает. А что с собой берем на обед? Не то, что готовлю. Ну, например? Например. Рожки по-флотски, суп куриный. Рис с котлетами, салат могу себе, наверное, сделать с вечера. Просто гречку могу с мясом. Любимое меню. Любимое, да? Гречка с мясом? У ребенка. А мясо какое? Куриное филе в основном, либо свинина. Пьем что-то в обед. Тоже сладкое. Чай. Чай с сахаром, да. Так, и дальше что? А если забыли, то что? Что куплю? И как часто это бывает? Достаточно часто. И потом что вот? Дальше, когда следующий прием пищи? Следующий прием пищи, но это, скорее всего, уже после работы, то есть где-то в 7:00. Уже, да? Угу. Ну, да. Хотя вот в этот период с обеда до ужина может быть что-то сладенькое. Сладенькое? Да. Вы еще говорите, что жалуетесь на лишний вес. А самое интересное, что сколько бы ни ела, вес не набирался. Угу. Последние года 3. Так. Может, просто наезд? Вы не замечаете? Может быть. Не отрицаю. dvhub.ru